Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Сегодня мы готовим салат, очень быстрый салат из пекинской капусты. Нарезаем пекинскую капусту, берем его в мисочку, добавляем. Вот туда мы сейчас добавляем и порезали. Добавляем в мисочку пекинскую капусту. Она очень сочная, и салат будет вкусный. Туда добавляем вареные яйца. Также мы добавим туда еще вареную колбасу. Колбаску режем кубиками. Кубиками оно получается вкуснее, когда в салате колбаса порезанная кубиками. Вот такими я режу кубиками большими. Вот. И довольно вкусно. Вкусный получается салат. Быстрый и вкусный. Пекинская капуста. Колбаска порезанная. Вот туда мы сейчас добавим яйца. Режем точно так же. Яйца режем кубиками. Вот будет очень вкусный салат. Яйца, колбаса. Капуста пекинская. Вот. И все это приправим майонезом. Майонез я беру детский, беру тот, который без консервантов. Все это перемешиваем. И салат. Салат можно тоже назвать гостем на пороге. Готов. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю.